Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підготовку партій та політиків до місцевих виборів. З нами політичний експерт Віктор Пашков. Віктор Пашков – політичний експерт. Закінчив соціально-гуманітарний факультет Дніпровського національного університету. Кандидат політичних наук. Досліджує становлення політичних інститутів в Україні. Автор майже 30 наукових праць. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, футбол. Вікторе, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, з цього року в Україні діє новий виборчий кодекс, нове виборче законодавство. Ваша загальна оцінка цього документу? Добрий день, Андрій. Добрий день, телезрителі. Слідуйте відмітити, що избирательний кодекс, вступивший с начала года в силу, является шагом вперед по сравнению с избирательным законодательством прошлых лет. Он отличается от всех предыдущих законов про местные и парламентские и президентские выборы все-таки шагом вперед в плане демократичности. Он вводит пропорциональную партийную систему на значительное число выборов местного органа власти различного уровня, районов, областных, городских советов, а также парламента. И его изюминкой является то, что это не просто пропорциональные выборы, где кандидат голосует за партию, а он кодекс приоткрывает партийные списки, делая значимым выбор избирателя относительно политик. То есть избиратель может выбирать не только партию, но и конкретного кандидата, который он считает достойным быть депутатом от этой партии. То есть это еще не полностью открытые списки, но это приоткрывание списков, что является шагом вперед к политической конкуренции и демократизации. Также конкуренция, вы имеете на увазе не лише между партиями, но и всередине, да, политической организации. Чтобы быть избран, мало того, чтобы партия преодолела 5% барьер, который остался с прошлых избирательных кампаний, кандидат должен... Не, ну, у нас по-разному, у нас было и 4%, да, но последние выборы, да, были 5%. Но кандидат еще должен набрать определенное количество голосов больше, чем у своих конкурентов по списку. То есть кандидаты в одной партии будут еще конкурировать между собой, чтобы собрать как можно больше голосов и продвинуться по этому списку вперед. Як це буде визначатися, як це підраховуватись? Бо це будуть цим займатися, я так розумію, місцеві виборчі комісії? Совершенно верно. Місцева избирательна комісія буде збирати, на уровні області, города, району, буде определяти избирательну квоту, то есть сколько количество из голосов избирателей приходится на один депутатский мандат. Это будет производиться путем деления всех голосов, поданных за партии, которые преодолели 5% барьер в данном населенном пункте, ну или в области, на количество этих мандатов. Ну вот, например, в Днепре зарегистрировано чуть больше 800, около 800 тысяч избирателей и 64 депутата у нас в горсовете, если я не ошибаюсь. Не помыляетесь, так, делением как раз таки 800 тысяч на 64 мы поймем, что такое избирательная квота, то есть сколько голосов на один мандат. И потом комиссия будет смотреть, сколько кандидат в партиях, которые прошли 5% барьер, взял голосов, и кто из них ближе всего продвинулся в этом плане. И тот будет получать квоту. Поэтому теперь место в списке высокое, которое, как правило, определяется партийным офисом, над штабом партии, партийными функциями, не будет еще 100% гарантии, что кандидат будет в итоге избран. То есть еще нужно будет подкрепить это доверием избирателей на конкретном регионе, городе. Так, тобто напевне, що виборець має знати тоді свого депутата безпосередньо, да, а не лише голосує за першого номера там у списку і фактично обираються там невідомі темні конячки, як то кажуть, так? Прийнято Верховною Радою поправки до вже нового виборчого кодексу. В чому їх особливість? Вони були проголосовані неділю, ну, на прошлої сесійної неділі. Їх можна згруповувати кілька. Перше – це партизація виборів на найнижчий рівень. Тобто, якщо раньше пропорциональная партийная система должна была быть использована в населенных пунктах, ну, это города, не менее 90 тысяч избирателей, у которых проживают, то теперь законодатель, прежде всего слуги, да, снизили эту планку до 10 тысяч выборов. Это означает, что выборы по партийным спискам, да, по пропорциональной системе с 5% арена будут происходить у нас во всех городах, даже самых маленьких, то есть у нас город начинается с 10 тысяч людей и выше, то есть в районные советы, областные, городские советы. Мажоритарные система останется только на выборы депутатов поселковых советов и сельских советов.
А з вашої точки зору, чи є це правильним? Оскільки ми знаємо, що, скажімо, місцевий депутат там, міської ради, обласної ради, це все ж таки в першу чергу не політична, а господарська діяльність. Я с вами соглашусь, но тут зависит от того, что избирает для себя власть или те люди, которые жмут кнопки за такие изменения. Я напомню, что изменения в избирательный кодекс были приняты больше, чем 320 голосов. То есть за это проголосовали все партийные... Так, здається, лишь одна фракция, зараз не пам'ятаю, чи голос, чи якась інша отрималась. Наверное, голос, я не ошибаюсь. Угу. Все проголосовали, это было выгодно всем. Это определенный баланс. То есть то, что вы говорили, действительно, это качество местного самоуправления, когда люди голосуют за конкретного депутата, это же мажоритарка. Они знают его конкретно в лицо, он и пользуется их недоверием, то есть они всегда могут его отозвать, ну или пойти на прием и высказать все, что они думают о его работе. То, что приняли, это партизация, то есть это выгодно партиям. Ну, не секрет, что даже самые крупные партии, там ОПЗЖ, Батьковщина, Европейская солидарность, то есть партии, которые имеют историю и развитую структуру, ну относительно развитую, кто по региону можно ставить по-разному, они не имеют... Найбільш розвинута, здається, Батьківщина. Так, да. Они не имеют действенных ячеек на уровне как раз таки вот небольших городков. Там сложно найти команду конкретную, которая стабильно между выборами будет работать. Но это факт, потому что сложно найти, мотивировать, профинансировать это все. Поэтому им выгодно снижение вот этого до 10 тысяч порога, поскольку местные влиятельные, будь то фермер, будь то влиятельный бизнесмен в маленьком городе, они вынуждены будут пойти на поклон областному руководству партии, которые имеют эти ячейки, юридически зарегистрированные, и уже договариваются, давайте мы будем выдвигаться под вашим флагом, ну, в обмен на какие-то плюшки вам там. Мы будем тянуть, и вы что-то об этом получите, людей проведем, все остальное. Ну, финансирование, напевно, додатково. И это выгодно, прежде всего, слуги народа, поскольку у партии структуры фактически нет. Партия это виртуально. Я уже молчу там про областные ячейки, которые с горя пополам начали... 2-3 тижні тому лише начали регистрироваться, да, собираться, да. Что-то делать, штабы открываться. Но на уровне даже уже районов, я уже молчу про города, ну, там все очень печально, поэтому для них это выход заманить, вынудить идти к себе всех, скажем так, местно активных людей, которые могут предоставить какой-то ресурс и быть даже от них кандидатом. У них еще и кадровый голод. Ну, найти такое количество людей, да, 50 тысяч кандидатов, да, ну, если партия хочет участвовать в большинстве областей, да, быть крупной. Это вы по Украине. По Украине, ну, такое количество людей сложно найти. То есть приходится брать уже, ну, на местах из тех, кто готовы участвовать, имеет ресурсы, ну и подходит более-менее под социальный портрет или критерий для отбора кандидата. Да, ну, чтобы людина тоже якоюсь мірою ассоциировалась с президентом. Все-таки он так мотор цієї партії, да, хоча керівництво дещо інше. Віктор, іншим своїм рішенням Верховна Рада призначила датою голосування 25 жовтня цього року. Чому так довго йшли дискусії навколо саме дня голосування, коли його проводити? Смотрите, Андрей, в СМИ, в политических кругах была циркулировала такая информация о том, что вот в офис президента раздумывают над вариантом перенесения этих выборов. То есть либо их сделать дальше, поскольку рейтинг падает и не знают, что делать, либо их наоборот приблизить там в конце августа, поскольку рейтинг падает, лучше спасти что-то, да, донести в ведре, в воду в ведре, которая дырявая, хоть какое-то количество, да, рейтинга, чем будет в октябре. Ну, мы в принципе, бачили, как в минулому році планувалося провести вибори в квітні, да, ну и слава Богу, напевно, що вони не були призначені через пандемію коронавірусу, навряд чи вони відбулися у тому вигляді, в якому мали бути. Ну, я думаю, споткнулися ситуацією, що не було юридичних оснований для переносу или приближение их выборов, ну просто их не существовало. То есть, а просто политическими аргументами найти достаточное количество голосов в зале было сложно. К тому же нельзя отбрасывать в том, что сейчас в офисе президента точится борьба вокруг идеи досрочных парламентских выборов. И самым рациональным, ну чисто технологически, провести их в один день с местными. То есть если бы там решили проводить, то можно было бы сразу перезагрузить парламент, пусть меньшее количество зеленых завести, но более лояльных, ну почистить фракцию от не совсем понятных товарищей. И в местные советы, это бы распуск парламента бы поднял бы рейтинг Зеленского на пару месяцев, на 2-3%, он хотя бы его стабилизировал. То есть поскольку он бы себя проявил как такой, ну, волевой человек, который разогнал депутатов, которые кроме скандалов мало чем занимаются. Не, ну насправді досить дивна ситуація, да, завели фактично в парламент монобільшість, 254 депутата, да, при 226 мінімальному бар'єру, який встановлений для голосування, да, і такі дискусії йдуть, тобто дивна ситуація.
Ну, завели туда не команду, а сборную солянку, там 8-9 групп. Ну, по объявлению, как то кажут. К тому же до парламентских выборов всерьез обсуждалась коалиция с Голосом, это говорит о том, что они не рассчитывали на такой большой результат. Я думаю, они рассчитывали на 180-200 депутатов, а люди проголосовали, да, за условных свадебных фотографов, тамаду и, ну, и многих людей. Я да, как... На свадьбу заехала, да, забрали. Забрали людей, человека да, на избирательную комиссию, давай мы поучаствуем, потом продолжим свадьбу. Mm-hmm. И вот я как аналитик или эксперт могу сказать, что были округа, которые, ну, откровенно, партия «Новая власть» слила под конкретных местных феодалов, но они все равно проиграли. Mm-hmm. Ну, то есть люди все равно голосовали за ноунейма зеленого, чем за феодала, который договорился с офисом президента. У нас по области 16-17 так перемогли. Ну, то есть это вот зеленая волна, которая снесла все и всех. Сейчас оказалось, что ну, команда оказалась разношерстной, влияние Зеленского на них слабее, то есть, я думаю, не более половины этой фракции сейчас ориентируется на президента, все остальные уже сидят давно на зарплате или на ориентации на другие финансово-промышленные группы. То есть, возникает вопрос, Зеленскому нужно ли ему такое большинство, или легче провести туда треть своих, то есть это будет меньше, но они будут дисциплинированно, лояльно езжать как надо, а не выкручивать руки. А вже визначилось таке коло, да, лояльних президентів? Я людей. Думаю, да, то есть, условно говоря, там, я считал, 8-9 груп, которые ориентируются на различных людей в окружении Зеленского. И есть те, кто, например, там ориентировался на Андрея Ботана, они уже отпали после отставки Ботана, они шли в оппозицию, то есть, но они уже, по сути, не нужны. Можно уменьшить влияние Игоря Коломойского, уменьшив представительство приватовцев там, пожалуйста. Ну, в принципе, вы разделяете Богдана и Коломойского. Совершенно верно. То есть, многие их почему-то считают вместе, потому что он был и адвокатом. Но, как по мне, так у Богдана немного свои интересы, у Коломойского свои. То, что они с этим совпадают, не означает, что они единое целое. Да? В политической социологии действует в принципе, механики, разные тела, хоть они могут притягаться, они все равно рано или поздно разойдутся по своим сторонам. Ну да, от зараз говорять, знову ж таки, ми стверджувати не можемо, але все-таки розмови такі точаться, що, в принципі, у пана Коломойського з Офісом Президента так достатньо нормальні зараз відносини, вирівнялись. А от ми бачили пост Андрія Богдана декілька тижнів тому, де він абсолютно жорстко розкритикував дії президента України Володимира Зеленського. Так, але я до іншої теми хочу перейти, де що от я говорив з багатьма експертами, багато з них говорять, що нинішні місцеві вибори будуть одніми з найбрудніших в історії Незалежної України. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою? Не хочется соглашаться с экспертом, поэтому я, скорее всего, не соглашусь. Сказать, что они будут самыми грязными – нет. Во-первых, на этих выборах… Ну, я, может, навіть прізвище назвати, так вважаю, Вадим Головченко, координатор опоры в области, тобто, ну, его оценка. Грязность выборов определяется несколькими факторами. Первое – это административный ресурс, есть он или нет. Кандидаты от власти в случае административного ресурса, они автоматически топят всех остальных за счет бюджетных средств, за счет ограничений конкурентов. И все остальное. На этих выборах, как мы видим, из-за слабости губернаторской вертикали административного ресурса практически не будет. Он может быть... Это по нашей области еще в целом по Украине. Ну, то есть нынешний губернаторский корпус в Украине один из самых слабых за историю независимости. Проблема же не в том, что нету полномочий. Проблема в том, как их правильно технологически использовать. Будь то просто как государственное управление с хозяйственными вопросами, будь то на выборах, да, то есть политически обеспечить результат на данной территории. Но если человек слабый, он не может этого сделать, как бы он ни старался. Ну, профессионализм, к сожалению, не заменяет ничто. Ни яркий бренд, ни все остальное. Так, ну у нашего губернатора, можем відверто говорить, есть певні проблемы с этим, и с управленским досвідом, и работой на державной службе. Фактично, здається, у него не было такого досвіду взагалі. И следующее, как бы, на этих выборах в нашем регионе действительно и до Украины будет очень много местных проектов. А против них очень тяжело вести грязную борьбу, поскольку местный проект, опять же, строится вокруг мэра, все остальное, то есть это монополизирует немного поле. Если нет губернации вертикали, есть мэрская вертикаль. Но мэр не имеет такой возможности надавить на всех, но за счет своего политического веса он ограничивает эти грязные штуки. Ну, условно говоря, против партии Филатов Сверстных мало, мало сил даже в Днепре или в области, но 1-2 решится вести грязную борьбу. Ну, потому что часть игроков сразу поймут, что это того не стоит. То есть те ресурсы, те затери, которые они инвестируют в грязные методы борьбы, они либо не вернутся, либо ну, оппонент может ударить больнее. То есть и так вот в каждом регионе, у нас же на этих выборах будет где-то 15 общенациональных партий, и где-то с 20 местных по Украине проектов различных регионов. Вот пропозиция, да, партия, которая хочет стать уже общенациональным игроком,
в определенной, да, в ограниченной сфере. Поэтому я не согласен, что это будут грязные выборы. Грязность даже будет больше, наверное, между кандидатами в рамках одного партийного списка, поскольку они будут драться между собой больше всего. Но тут уже, да, то есть будет гречка... Хотя элементы коррупции или там гречка сеяния будут, потому что, ну, нужно собирать голоса даже кандидатам в одном партийном списке. Так, не цікава ваша оцінка, насправді, того, що відбувається. От ще стосовно місцевих виборів, деякі експерти, мабуть, це очевидно, говорять про певне протистояння, яке ми маємо між центральною владою і місцевими владами. Зокрема, скажімо, міською владою Дніпра і центром, обласною владою. Чому склалась така ситуація? У цій ситуації є два измерение. Первое измерение, это такое общее измерение, да, новой правящей команды. Зеленский и его окружение убеждены, ну я не знаю, на чем стоит это убеждение, что местное самоуправление должно быть частью вертикали государственного управления. И поскольку они возглавляют эту государственную машину, это должна быть ихняя часть, их, да, винтик в ихней системе. То, что конституционное право, законодательство и здравый смысл говорит, что местное самоуправление – это не государственная власть, это отдельная ведь, да, публичной власти, которая занимается местным правом, это совсем их не очень, скажем так, это занимает. Поэтому возникает вот это трение между регионами и центром Киева. Так, ну и финансы тут играют певную роль, да? Скажем, скорочение местного бюджета. Финансы – это только инструмент борьбы, да? Когда ты не можешь нанести прямые рациональные аргументы, ты начинаешь дергать за финансы, то есть ограничивать своего оппонента в финансовой ресурсной базе. Соответственно, ну, он вызывает его критику, да, межбюджетные отношения. Второе измерение – это действительно, вот если мы говорим про Днепр и нашу область, это ситуация, что областная власть, назначенная после президентских выборов, находится под влиянием группы «Приват». Ну, для никого не секрет, глава облсовета Олейник, губернатор Бондаренко, который находится в конфликте, в прямом конфликте с мэрией. Знову ж таки, давайте, щоб бути коректними, ми це не стверджуємо, а думаємо, що так воно є. Ми так думаємо, да, іноді вони це думають в своїх постах. Обмениваюсь с ними, да. Ну, это видно вот в медийной плоскости. Мы думаем, исходя из медийной плоскости. Поэтому тут вот, кроме того, что есть центр и Киев, да, то есть нежелание Киева понять, что самоуправление – это отдельная ветвь, и как бы, если хочешь его подмять под себя, то сделай это законно демократично. Второе – это реальная борьба олигархических групп с местной городской властью, которая хочет сменить действующую власть в мэрии, да, команду, но более лояльных к себе людей. А поскольку, ну, хочет там офис президента, не хочет, он должен считаться с интересами господина Коломойского, возникает трение между Филатовым и офисом президента. Хотя я не совсем уверен, что все в офисе президента готовы воевать с Филатовым до последнего патрона. Ну, это как бы не имеет большого для них смысла и перспективности. Угу. Ну от ви згадали про протистояння між офісом президента Зеленського та міським головою Дніпра, але ми бачимо, і мабуть воно ще більш жорстке, протистояння між міським головою Дніпра та головою Дніпропетровської обласної ради Святославом Олійником. Як ви вважаєте, чи є це продовженням конфлікту між центром та місцями? Это продолжение конфликта между Коломойским, ведь Олейник был во всех проектах, связанных с этим олигархом, ну, Украина, Майбутнево. Сейчас он так или иначе соприкасается в области с проектом «За будущее», которым снова-таки причастен Коломойский. В свое время Олейник был в Бьюте, если помните, в 10-12 годах, пока не откололся. Туда... Сдается, еще раньше, если я не помиляюсь. Да, в 7-м уроку, тоже по квоте, когда... Ігор Валерійович дружив з Юлією Володимирівною по квоті. Да? Тобто він завжди був в орбіті, да, в орбіті цього олігарха. Тобто це конкретно протистояння конкретно групи приватистів і господина Філатова. Я повторю, що... Який сам, в принципі, так... В своє время він при підтримці цієї групи став мером, ну а потім, як я говорив про механіку, є суб'єкти, які хоч і зближаються, вони все одно залишаються при своїх інтересах. Да? Вони з господином Корбаном залишились при своїх інтересах, які... Взаємозв'язок і боротьба протилежності, да. Да? Діалектика. А от Ігор Валерійович не оцінив красоту ігри. Из-за этого возникает вот эта борьба. Я же говорю, офис президента, если вы видите, ну, я не могу сказать, что он полностью на стороне областной власти. То есть он пытается лавировать, глава ячейки, да, областной слух Юрий Кисель. Ну, я не могу назвать его ярым антагонистом нашей Днепровской мэрии. Не, ну, он сам с Кривого Рога, тому тут еще то есть из момент. Того, что я понимаю, что господин Кисель пытается лавировать между областной властью, между городской, как бы, то есть, условно говоря, они тут борются между собой, а мы как бы в стороне наблюдаем, вот после местных выборов, я думаю, все сядут за стол переговоров и начнут обсуждать формат сосуществования.
Который будет из тех раскладов, которые зафиксируют голосование. А это протистояние, как оно может отобразиться на рейтингах, с одного боку, міського голови діючого Бориса Філатова, с другого, на рейтинг «Слуг народу»? Ну, смотрите, Філатов сейчас позиционирует себя как раз-таки на этой протистоянии. Ему оно выгодно. То есть он строит свою избирательную кампанию как мэр, не как партийный лидер, пока что на двух моментах. Это профессионалист, то есть он хозяйственник, там я делаю дороги, мост отремонтировал, метро мы строим. И второе, непрофессионализм. То есть если не я, ну, пожалуйста, вот есть вариант со слугами, которые ну, полностью непрофессиональные, и примеров на уровне парламента куча. В 2015 году, когда он впервые балотировался, где-то еще была ситуация? Да, там был просто дихотомия. Господарник Вилкул, да, и патриот. И причем такой прорыв. Российским таким ватно таким сепарским забавленням. Или я патриотичный и классный человек. То есть тут вот такой момент идет. Так, а на рейтингу «Слуги народу» як може відобразитись? Проблема в том, что критика Філатова, у них немножко разный электорат, да, ядерный. То есть люди, которые голосуют за Філатова, за «Слугу народа» вряд ли проголосуют по своему социальному портрету. То есть «Слуга народа» в Днепре больше конкурирует с Загидом Косновым и ОПЗЖ. Наверное, за ОПЗЖ даже больше. Вот это идут перетоки. Вряд ли критика Філатова «Слуг» сильно отобразится. То есть, их рейтинг зависит от общенациональной повестки. То есть то, что они происходят в Киеве, в центральных органах власти, напрямую влияет на настроение горожан по сравнению к этой партии. То есть, поскольку тут в Днепре сейчас «Слуга народа» не представлен в горсовете, в облсовете, ну именно как фракция партии, то сложно их обвинять и привязывать ну, их провалы в области именно к ним, ну потому что у них нет представительства. А вот общенациональная повестка, почему же на непрофессионализм играет, она как раз таки привязывается. Но заметьте, как партия, да, пропозиция, она играет больше на профессионализме. То есть критики власти она пытается избегать. Они сами говорят, что мы не сколько оппозиция, мы пропозиция. Да? То есть конструктивная оппозиция, все остальное. Uh-huh. То есть, и есть понимание, что после выборов, возможно, с частью «Слуг» можно будет договориться. Мы об этом, я думаю, сегодня поговорим про расклад в Днепре. Ну, не так багато часу лишається, але, я думаю, так торкнемося цієї теми. Про підготовку до виборів. Чи спостерігаєте ви збільшення активності політичних партій, потенційних кандидатів на посаду міського голови того ж? Ну, по той інформації, що можна ну, прочитати і услышати в кулуарах, всі вже стартували, всі працюють. Проблема в том, что вот последние замеры показывают, что Філатов стартовал именно с партии пропозиции, да, с которой он создал. И до речі, вдасться, как вы вважаете, за несколько месяцев раскрутить этот бренд? В рамках Днепра – да. В рамках Украины у меня есть сомнения. То есть могу высказать свое мнение, что партия изначально выбрала довольно-таки узкий сегмент, да, то есть ставка только на местное самоуправление. Ну, так, зі своим потолком, я кажу. Совершенно верно. Плюс она выглядит как зоночечная структура для мэров, которые объединились для участия. То есть каждый мэр, который вошел туда, он по отдельности со своей ручной партией может выиграть без проблем. Возникает этот вопрос в этой идентичности. А играет она в плюс или в минус? То есть вот пропозиция. Плюс мне не совсем как политологу, кандидату наук, понятно, их месседжи, ну, профессийность, надейность, ну, оно как-то все абстрактно, то есть, вот УКРОП в 15 году, у него были четкие месседжи на патриотизм, на стойкую позицию против чего-то. За что выступает пропозиция, мне сложно сказать, кроме абстракции на бигбордах. Ну, вот это ихняя проблема. В рамках Днепра он ее раскрутит, поскольку вот мы видим сейчас за последним замером, который опубликован у самого Филатова 42-43% рейтинга, а пропозиция идет сейчас третий в городе 16, но они только стартовали. То есть, раньше делали замеры там команда Филата, да, или условная партия без привязки к конкретному названию. Сейчас вот они стартовали, у них 16% сходу. Я думаю, в конце августа они дойдут до 25%, и вот там они стабилизируются. Проблема их оппонентов слух это в том, что у них полный бардак и непорядок. То есть они сделали господина Бужанским главой городской ячейки. Ну, там голова дещо інший, він голова якось там чи виконком. Непонятно, кто будет кандидатом в мэры. Чисто... Ну, він заявив, що він бажає йти на цю посаду. В принципі, Сергій Риженко заявляв, але я так розумію, вже він від цієї ідеї відмовився. Там, опять же, вот эта внутренняя борьба, расклад. Господина Риженко продвигал господин Кисель как компромиссную фигуру, которая нейтральна, которая не имеет с приватницами жесткой привязки, соответственно, он избирателем ассоциировался ну, более приятней. Да? Ну, да, ну, його критикувати якось не з руки, я думаю. Да, да медик, волонтер, ну, то есть полный пакет хорошего человека и кандидата в мэры.
На господине Бужанском, как по мне, если посмотреть на просто на ленту новостей, негде ставить клейма. То есть его деполяризация відбудеться. Совершенно верно. То есть часть избирателей, если он будет заявлен как кандидат в мэры от «Слуги народа», часть избирателей ну, просто отвернется и вынужденно пойдет голосовать за Филатова. В этом плане Филатову выгодно, чтобы кандидатом от «Слуги народа» был Бужанский. Он выиграет в первом туре. И более того, список «Слуги народа» в этом случае в горсовет потеряет несколько процентов. А то, що от продвигає господин Олєнік, це Кирило Настарко. Я не знаю, до речі, от якщо згадати вибори, знову ж таки, 15-го року, там було 50 на 50. Ну, я маю на увазі, що трохи більше в першому турі набрав Вілкул, потім переміг Філатов. Тобто... Ну, а тут же значально буде, що у Філатова значально 42%. І якщо буде Бужанський, ці 42% можуть ще прибавити за счет розчарувавшихся. Так, Віктор, у нас буквально 2-3 хвилини лишається. От, з вашої точки зору, якщо говорити і про обласну раду, і про міську раду, наскільки вони сильно можуть бути переформатовані після дня голосування, після того, як дніпряни зроблять свій вибір? Ну, Андрій, смотрите, треба розбиратися, що по партійному признаку бренда вона буде повністю переформатована, городською повністю, обласною, мабуть, на 3/4. А по кадровому составу горсовет обновиться десь на 2/3. Тобто костяк людей, які були во фракції «Укроп» в горсовете з Філатом, він пойде під списку пропозицій, це зрозуміло, вони пройдуть. Часть пройде під списку ОПЗЖ, тобто це костяк, який є зараз, ну, я думаю, вони наберуть ще з нашого краю, з фракції, ну, знайдуться люди, які захочуть продовжити своє существування в горсовете под знаменами ОПЗЖ. Также сохранится фракция ну, Загида Краснова, у него довольно-таки неплохие, стабильные показатели, то есть он проведет, наверное, третью или четвертую по количеству фракцию, будет торговаться за секторя горсовета. Ну, так, у него свое ядро есть, близко 10%, там плюс. Пройдет европейская солидарность, но я подозреваю по тем движениям непонятным в кулуарах этой партии, что там будут совсем другие люди во главе ней, да, по крайней мере, на уровне города. Так, і, ну, дійсно, «Слуга народу» це буде повністю переформатувати. Колишні, ну, не колишні, вони існують, да, але ми розуміємо, що зараз рейтинги не дуже втішні. І хто-то ж пройде під «Слугою народу», дійсно, це теж будуть нові люди, тобто, скоріше всього, ті, хто в горсовете практично не світився в цій каденції. Тому в даному випадку от, горсовет обновиться і по партійному блоку повністю, а по кадру сильно. На рівні облсовета буде похожа ситуація. Єдине, для мене поки загадка, ведь «Батьківщина» і «Радикальна партія» можуть об'єднитися, вони ведуть переговори кулуарні об этом. Якщо вони об'єднятся, то в горсовете буде крупна партія за счет сільського електората у Юлії Володимировни, ну і Олега Валерійовича Ляшка. Так, ну будемо спостерігати, да, як це буде відбуватись. Дякую вам за цю розмову. Спасибо. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пашковим. На все добре.